Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Fit Shuttle 2014 года выпуска без пробега ПРФ в черном цвете на бензиновом двигателе объемом 1,3 литра, мощностью 88 лошадиных сил и гибридной установкой на 10 кВт. АКПП, передний привод. На автомобиле у нас имеется камера заднего вида, хорошая резина, ветровики, повторители в зеркалах, пробег автомобиля 98 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Темный салон, чистый, ухоженный, комбинированный ткань кожа. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, подогрев заднего стекла, подогрев передних сидений, мультируль, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, система курсовой устойчивости, режим Econ, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.